время скидки, но не слежу, сколько машина жрет бензинов литр. 911 видно. На парковке есть спорткар, но он вечно не мытый. Кроссовки за полтинник, но им уже лет 5. Зная, сколько за них ходу, вовсе не хочу менять. Им бы на ногах сиять какой-нибудь аристократе, но они на районе топчут долбанный асфальтик. У меня два телефона, словно у бандита. Один вечно звонит, а другой вечно открытый. Один для договоров, переговоров элиты, а второй, чтоб не светить, тот первый на Авито. Не музыкант видный, выдающийся не кто. Рэпер уже сбитый, но поклонник-то все ждет альбом. Сегодня сложу песню, как в России тяжело, а завтра уже дела сведут меня в белый дом. Средний в семье нормально, ну а че? Старший уже стар, ну а младший дурачок. Быть ни там, ни там, это тоже ведь зачет. Я между двух миров, зови меня бутерброд. Или как его там? Уже не понимаю ничего, но еще не умер. Уже не понимаю ничего, ни одного кредита, но я снова жду зарплаты. Кошелек Louis Vuitton, в нем дисконтные карты. Отцы бутыльников, ну чё там как ты? А вечером на турниках, тренером до заката. Такое очень часто, что когда мы пьем в пластиковых стаканах, минимум Дон Периньон. И когда в треке моем тачки, девочки и пон, то это лишь потому, что мы достать смогли свое. Не до... Среди воспитанных особ, но на уровне считают, что я столичный сноб. Не формат среди отцов, ведь одеваюсь так легко, но их дети никогда не примут за своего. Может вывод сделать масса, что я, мол, продался. Денис, пора определиться с социальной базой. Но дело в том, что мне не идет особо галстук, да и волосы в зеленый красить постеснялся. Средний в семье нормально, ну а чё? Старший уже стар, ну а младший дурачок. Быть не там, это тоже ведь зачет. Я между двух миров, зови меня бутерброд. Или как его там? Уже не понимаю ничего, но еще не умер. Уже не понимаю ничего, но еще не умер. Песня для тех, ну, кто понимает, что есть зумеры, есть бумеры. Бумеры — это вот все мы. 20 лет, говоришь, на сцене. Бумер.